Какая же тяжелая эта имперская броня. Да, я тебя понимаю. Теряй бдительность. Рано или поздно она окупится. Мирские развалины.
водой, чужак. По кодексу Малаката эта крепость Это наша крепость. Здесь мы живем по обычаям. Ты не орк и не родич по крови, так что убирайся прочь. Есть несколько великих крепостей, достойных у Онды. Мы соблюдаем его кодекс и живем по его заветам. Но ты не из наших, тебе этого не понять. Мерзостные чужаки. Слушайте все! Сейчас мы нанесем последний удар. Ульфа сумрачно сможет отсидеться за стенами. Но мы пробьем себе дорогу в город и вытащим его на мостовую, на суд справедливости. Братья Бури приперты к стене, и потому они будут драться, как загнанные в угол крысы. Они будут яростны и изворотливы. Но они не могут тягаться с легионерами. Вы лучшие воители Тамриэля. Профессиональные солдаты. Бесстрашные воины. Император будет пристально следить за тем, что произойдет здесь сегодня. Те, кто отличится в бою, будут щедро вознаграждены. Приготовиться! Все за мной! За империю! За легион! Thank you.
надоело! Запри дверь. Так точно, уже. Ульфрид Буревестник. Ты виновен в мятеже, убийстве граждан Империи, в обессулении короля Торуга и государственной измене. Все кончено. Не кончено! Отойди, еще жив! Отойди, Гал. Мы пришли принять капитуляцию. Я не отдам Скайрим развращенной, умирающей империи. Скайрим не принадлежит тебе. Нет, но я принадлежу ему. Хватит! Вы предатели и умрете, как предатели. Сдавайтесь и примите публичную казнь. Окажете сопротивление, я перебью вас без суда, собственноручно. Мне все равно. В любом случае, я отошлю ваши головы в Сирадил. Но чего мы ждем? За императора! Вот так тебе заступать! Что ж, Ульфрик, в этот раз ты не уйдешь. Хотите что-то попросить перед тем, как я отправлю вас? Куда вы там уходите после смерти? В Совенгард, генерал. Точно. Ну? Пусть это сделает Довокин. Песня тогда получится красивее. Плевать на песни, я просто хочу, чтобы дело было сделано. Возьми мой меч. Как раз наточил для такого случая. Сказали легат? Ничего. Просто прощалась. Что ж, надо сказать. Какую-нибудь речь солдатам понравится.
И надо передать город этому, как его, Простору. Его зовут Брунвульф. Да, я отправила за ним эскорт. Виндхельму срочно нужно правительство, если мы хотим прекратить насилие. Легион останется здесь надолго. Я не думаю, что следует ожидать нового насилия. Легат, для меня было честью сражаться с тобой рядом. В знак моего уважения прими в дар мой меч. А теперь надо произнести речь. Простору, верному и доблестному человеку. Многие из вас останутся в Виндхельме, чтобы помочь Ярлу восстановить порядок и подавить любые очаги мятежа, которые, возможно, еще теплятся в руинах. В награду за образцовую службу я удваиваю вашу плату и пенсию вдовам ваших павших товарищей. Ура! Я горжусь вами всеми! Слава императору! Слава его легионерам! Ура! Ненавижу произносить речи. Очень хорошо получилось. Надеюсь, мы не создали мученика. Сопротивление еще будет. В холмах понатыкано много лагерей братьев. Без сомнения, они будут наносить удары, где сумеют и как сумеют. Но без Ульфрика, подогревавшего страсти, они успокоятся и скоро разойдутся по домам. Надеюсь, вы правы, ребят. А пока что мы будем понемногу выкорчевывать их зло и предавать его мечу. Без вас мы бы этого не добились. Ваши подвиги прославляют. Пойдемте, Рики. Нам еще много нужно сделать. Я сражаюсь не во славу. Ульфрик мертв, его армия разбита. У меня для тебя особых заданий больше нет. Подозреваю, однако, что у богов на твой счет свои планы. Вместе с тем в холмах еще остались тайные лагеря мятежников. Если наткнешься на них в пути, убивай. Надеюсь, они скоро устанут сражаться и разойдутся по домам. Если же нет, придется уничтожить их всех. Нет, пожалуй, я в Скайриме всерьез и надолго. Вряд ли я когда-нибудь привыкну к морозам или пойму этих распроклятых нордов, но я научился их уважать. Скайрим суров, он быстро высветит в каждом его истинное лицо. Свободны. Ты просто молодец. Хорошо, что ты с нами. Если метить, порой мне так. У легиона еще немало дел, но я тебя больше не держу. Полагаю, ты сможешь принести куда больше пользы Скайриму в других краях. Но если в своих странствиях ты наткнешься на тайные лагеря мятежников, приказываю. Генерал поручил мне оказывать поддержку новому правительству. Пусть я и понимаю Скайрим лучше генерала, но в душе я не политик, а солдат. Это моя родина, моя страна. И я помогу ей возродиться. Империя
Последний бастион человечества. Не будь Ульфрик так ослеплен жаждой. Я управитель Рифтона. Чем могу помочь? Боги улыбаются тебе, друг. Советую не забывать, кто тут главный. В честь твоих боевых заслуг я позволяю тебе приобрести дом в Рифтоне. Поговори с моим управителем, если хочешь купить недвижимость. Управитель Хеминг Черный Вереск к твоим услугам. Трон мне... Мой титул – простая формальность. Нужно что-то? Я и так тут всем заправляла, сколько себя помню. Советую не забывать, кто тут главный. Мой кузен борется с драконами, а мне что досталось? Караульная служба. Так все же Рифтон? Или Рифтон? Это место столько раз переназывали, что да. Я уже не упомню. До встречи. Рад видеть, что у тебя заварил котелок, наконец. Хочешь заработать деньжат? Хочешь за бесплатно что-то узнать? К тому же, кажется, у тебя денег не так много осталось, верно? Еще хуже — упустить золотой шанс. Спасибо за яблоки. Рад видеть, что у тебя заварил котелок, наконец. Все очень просто. Я отвлек. Когда добудешь его, нужно будет незаметно. Кое-кто хочет, чтобы он отошел. Теперь скажи мне, когда приготовишься, и мы начнем. Хорошо. Погоди, пока я их не отвлеку, а потом посмотрим, что ты сумеешь добыть. Еще здесь. Слушайте все! Слушайте! Слушайте! У меня есть нечто замечательное. И оно стоит вашего внимания. Все сюда! Сюда! Ну, Бриньоль, что на этот раз? Терпение, Браншей. Это...
возможно, я бы не хотел, чтобы ты остался с носом. Дело в том, что ты оскорбляешь законы этой земли. Пора предстать перед умник. После уплаты штрафа. Теперь, когда империя закрепилась в Рифтоне, мы наконец создали отправную точку. Видно, я тебе не думал. Но я не удивлен, с учетом того, как у нас в последнее время идут. Да, ну забудем об этом. Тут полно дармового золота. Если, конечно, не побоишься его взять. Я продаю. Носом. Группа наша. Когда придешь в себя, найди меня там, и мы обсудим твое будущее. Все, что хочешь. Ладно, развлеку тебя еще чуть-чуть. Говори. Я бы хотела выйти за него замуж когда-нибудь. Да, он мне знаком. Прячется в муравейнике. Платит нам хорошие деньги. Никто об этом не знает. Нет, совсем да нет. Что это у тебя такая тяга к расспросам? У стен есть уши, а ты на испытании, детка. Поговорим в буйной фляге. Если ты все еще не уверена, приходи в храм, и мы поговорим. Здесь продают и покупают лучшие украшения. Зачем рисковать? Заживо свяжу, если что это было? Деньки закончились. Ну и ну. Я просто поражен, детка. Я и не думал, что опять тебя увижу. Надежность и отвага. А ты дорогого стоишь.
Так, раз уж мы возбудили твой аппетит нашим славным дельцам на рынке, не поможешь мне разобраться с неплательщиком? Нашла одного типа, который знал другого. Тут кто-нибудь слишком. Книга, да. Ведро, да. Чернильница, нет. Сегодня я плотно поужинаю, радость. Кто бы мог подумать, что у тебя хватит за стену. Найдешь меня. Чернильница, камень, ведро, книга. Он тебе расскажет. Спроси. Или можешь даже не спрашивать. Он все равно расскажет.
найдешь меня. О, ха-ха! Иди сюда, иди сюда, иди сюда! Найдешь меня.